Немецкий киножурнал «Новости недели». Украина. Население с почестями встречает немецких солдат как освободителей от большевистского ига. Вступление в Бомаршаны. И здесь вооруженные силы Германии приветствуют как освободители от большевиков, при которых на Украине царит жестокий голод. Хлеб и соль в знак гостеприимства. На кадрах немецкой кинохроники Западная Украина радостно встречает оккупантов. Солдаты вермахта обещают украинцам европейскую жизнь и процветание. Украинские националисты горячо приветствовали новых союзников. 30 июня 1941 года Степан Бандера провозгласил Украину независимым государством. Однако идиллия длилась недолго. Новая Украина просуществовала всего 17 дней. Гитлер быстро свернул проект украинских националистов, а Бандеру и его приспешников отправил под арест в лагеря.